Всем мое почтение. Вот хотел бы знать ваше мнение. Вот как вам пресс-конференция Владимира Путина? Вот чем-то поразил вас Владимир Путин? Вот что-то вы новое услышали у него? Или вот эта заезженная пластинка старого дедугана, старого, грубо говоря, пердуна, который засиделся у власти, уже просто надоело? Уже скоро даже иголка на патефоне в виде поклонников этого Путина уже начнет бунтовать против этой пластинки. Я лично считаю, что этого дедугана уже нахрен надо в монастырь отправлять и на его место сажать какого-то более молодого человека. Потому что уже, если честно говоря, уже эту хрень слушать невозможно. Этот бред путинский про Ленина, про какую-то историю, про то, что НАТО нападет там и еще что-то. А когда Путин просился в НАТО в 2000-х годах на особом статусе, то тогда Путин не думал, что ракеты будут находиться прямо в России. НАТОвские. Ну просто бредятина какая-то. Уже смени пластинку, Путин. Иди в монастырь.